Более 1000 проектов были введены в эксплуатацию в рамках карты индустриализации. За 7,5 лет удалось создать более 100 тысяч новых и постоянно действующих рабочих мест. Такие цифры были озвучены сегодня во время партийных слушаний в Астане. На повестке дня реализация госпрограммы индустриально-инновационного развития Казахстана на 2015-2019 годы. В мероприятии участвовали депутаты Мажилиса, члены партийной комиссии по индустриальному развитию, министр по инвестициям и развитию Жанис Касымбек, вице-министры и представители ряда ведомств, члены Нацпалата Атамикен, а также эксперты. Президентская программа индустриально-инновационного развития дала мощный толчок развитию всей нашей экономики. Решены все вопросы, начиная от законодательного до финансового обеспечения. В нашу страну приходят мировые транснациональные корпорации со своими инвестициями и со своими передовыми технологиями. За нами осталось теперь малость – установить строгий партийный контроль за качественным и своевременным исполнением президентских поручений.